Физкульт, привет! В эфире информационно-аналитическая программа о спорте «Хет-трик». Давно не виделись, скажу я вам. Но творческая бригада нашей программы наконец-то вышла из отпуска, и мы снова готовы знакомить вас с основными спортивными событиями Нижегородского региона и не только каждый четверг. Конечно же, в новом телевизионном сезоне нас ждут новые встречи как с уже хорошо знакомыми тренерами и спортсменами, так и с новыми звездочками нижегородского спорта. Но только не сегодня. Сегодня мы выходим в эфир в купированном виде. В хоккейном матче «Автомобилист Спартак» сейчас перерыв, и у нас есть всего около 15 минут. Так что не будем затягивать, сразу к новостям. Понятно, что в эти дни главное и такое долгожданное спортивное событие – это, конечно же, Кубок губернатора Нижегородской области. Турнир стартовал во вторник, 1 августа. Именно в этот день, уже 9 лет подряд, в Нижнем Новгороде начинается новый хоккейный сезон. К сожалению, в этом году столь долгожданное событие было омрачено двумя моментами. Во-первых, да отсохнут руки у того, кто это сделал, сразу у трех игроков екатеринбургского «Автомобилиста» в первый день Кубка губернатора украли хоккейную амуницию. Пострадавшими числятся Рок Тичер, Алексей Михнов и Михаил Чайковский. Они не смогли сыграть в двух матчах против «Акбарса» и против «Кузни». Но при этом «Авто» показал отличный хоккей. Так, «Казань» одолела Екатеринбург только в овертайме. А с «Металлургом» «Автомобилист» разделался со счетом 3-1. Но нижегородцев больше интересуют результаты матчей с участием «Торпедо». И вот тут всплывает второй печальный момент первого дня Кубка губернатора. Автозаводцы не смогли взять очки в игре против «Салавата Юлаева». Хотя моменты для взятия уфимских ворот были. И не один раз. Впрочем, обо всем по порядку. Пожалуй, еще никогда в 9-летней истории предсезонного турнира на Кубок губернатора Нижегородской области не было такого красочного показа главного трофея перед матчем открытия. Болельщики нижегородского «Торпедо» сине-белой рекой стягивались к Нагорному задолго до начала первого матча с участием хозяев льда. Уже 9-й год подряд хоккейный сезон в нашем городе начинается 1 августа. Но не только профессиональным спортом живет наша область. Все больше нижегородцев занимаются спортом на любительском уровне. И это главный ключ к здоровой нации. Безусловно, только спорт, мне кажется, это учит от этих вредных привычек. Конечно, детям надо смотреть на хоккей, надо стремиться также развиваться физически, быть командой. Первый матч, он трудный самый. Руководство команды, прославленные ветераны клуба и первые лица области надеются на достойное выступление «Торпедо» в этом сезоне. Очень медленно время идет вот этих хоккейных каникул, хотя вроде бы есть чем заняться, идет комплектование команд, вроде все в деле. Но когда не видишь живой игры, все-таки это хоккей, он захватывает, он погружает тебя в свою атмосферу. Поэтому, слава богу, что время это закончилось, очередной турнир, очередной поход за победами, за кубком. Мне отрадно, что сегодня на трибунах очень много и семейных пар, и в том числе детей. Это радует, очень много женщин, это так необычно для хоккея. Это говорит о том, что уже хоккеем начинает болеть не только мужская составляющая, но и уже женская часть нашего населения. И очень отрадно, что именно спорт сегодня, хоккей, дает возможность именно молодым ребятам, детям определиться со своим видом спорта. Что касается самой игры, то она у автозаводцев получалась не всегда. Еще чувствуется несыгранность звеньев и физические нагрузки предсезонки. Однако стартовый натиск на правах хозяев торпедовцы все же организовали. Забей в этом эпизоде Вячеслав Кулемин, возможно, игра бы повернулась иначе. Практически тут же уфимские хоккеисты наказали нас за грубость. 0-1 после реализации большинства. В дальнейшем на льду КРК «Нагорный» продолжился яркий и комбинационный хоккей, в котором больше преуспели гости. Как итог, 0-3 в стартовом матче. Ждем новых побед от нижегородцев. И ведь дождались. Уже во второй день Кубка губернатора «Торпедо» вышла на матч против казанского «Акбарса» практически другой командой. По крайней мере, при игре в большинстве автозаводцы больше бесполезно не елозили шайбой по зоне гостей. Первое же численное преимущество, и Каспар Сдаугавиш результативно закрутился волчком. Впрочем, лучше еще раз это увидеть, чем 100 раз услышать. Но сначала о легенде горьковского хоккея. В
Второй день 9-го Кубка губернатора Нижегородской области принес местным болельщикам массу положительных эмоций. Победный настрой на этот хоккейный вечер задал легендарный игрок еще горьковского «Торпедо» Владимир Ковин. Его стяг красуется под сводами Нагорного, но лично олимпийский чемпион 1984 года и участник двух Кубков Канады на нижегородский лед выходил очень давно. Зато во Франции, будучи играющим тренером команды «Реймс», участвовал в матче, когда ему был 61 год. И это не предел. Так что скоро Владимир Ковин побьет рекорд мистера хоккея Горди Хоу. Приятно вспоминаю. Я думал, что забыли уже меня, Ковин. А остается нет. Я уже сколько, в 1988 году как уехал во Францию. И, в принципе, ты так и живу там, во Франции. Вот. Но есть ностальгия, когда приезжаешь сюда, и приятно видеть, как и все болельщики так встречают, и дружно и меня. Еще дружнее трибуны Нагорного возликовали уже на третьей минуте матча против казанского «Акбарса». Каспар Здаугавиш расколдовал вчерашнее проклятие большинства. Латвийский легионер автозаводцев эффектным разворотом дал старт отсчету забитых голов на нижегородском льду в новом сезоне. Также при реализации лишнего свою шайбу в свитере «Торпедо» забросил и Жига Еглич. Точнее сказать, словенский нападающий удачно подправил траекторию снаряда после броска чешского защитника Томаша Кундратека. Гости свою первую, как оказалось в дальнейшем, единственную шайбу также забросили при большинстве. 2-1 перед вторым периодом и никаких сомнений в успехе «Торпедо». Сегодня реализовали большинство дважды и появилось больше эмоций. Ну, в принципе, вот играли тоже здорово, как и вчера, и сегодня. И вот сегодня положительный результат. Во втором периоде скорости ничуть не снизились и к успеху были близки оба соперника, но удача в тот вечер была на стороне «Торпедо». Ближе к перерыву Виктор Балдаев мощным спуртом убежал на рандеву с Эмилем Гариповым. И если этот наскок голкипер «Акбарса» сдержал, то с добиванием подлетевшего Данила Веряева сделать уже ничего не смог. 3-1. И в итоге этот счет стал окончательным. Впереди у команды Петриса Скудра еще три матча. В пятницу в 19 часов на канале ННТВ начнется прямая трансляция игры против новокузнецкого «Металлурга». 6 августа скрестим клюшки с автомобилистом из Екатеринбурга. Ну а финишируем на 9-м Кубке губернатора в понедельник 7 числа матчем против столичного «Спартака». К сожалению, пока никак не можем договориться о трансляции футбольных матчей с участием нижегородского олимпийца. Но менее пристально следить за выступлением команды Николая Писарева от этого мы не будем. Болеем и верим в наш клуб. Даже несмотря на досадное прекращение беспроигрышной серии, которая до матча в Астрахани насчитывала 12 игр подряд. В первенстве футбольной национальной лиги осталось всего две команды, которые в этом сезоне не знают горечи поражений. Это Астраханский «Волгарь» и Калининградская «Балтика». Еще вчера в этом списке значился и нижегородский «Олимпиец». Но, к сожалению, беспроигрышная 12-матчевая серия дружины Николая Писарева прервалась на 13-й игре. Досадная осечка случилась в 5-м туре. Встречались с текущим лидером турнирной таблицы «Волгарем». Астраханцы открыли счет уже на 9-й минуте встречи. А ключевой стала 75-я минута, когда Ирек Ганеев получил вторую желтую карточку, и олимпиец остался в десятером. Хозяева практически сразу использовали численное преимущество и повели 2-0. Все-таки вот это, наверное, желание выиграть и состояние вместе, я думаю, они как-то сказались на игру и оберегали преимущество. В итоге замены надо отметить, потому что и Балунин, и Иса вышел хорошо, и вышел, в общем-то, Буке хорошо, поэтому в этом плане как-то освежили. Видно было на фоне, в общем-то, наших же игроков, не фоне и соперника, что немножко отодвинули игру и, наверное, логично забили второй гол. Олимпиец смог уйти от сухого поражения на 84-й минуте. Заметим, что нижегородцы, будучи в меньшинстве, сумели передвинуть игру к воротам астраханцев. Этот напор в итоге привел к тому, что Виктор Карпухин забил свой первый гол в текущем первенстве. Концовка же отчетного матча получилась очень нервозной. Судья на последних минутах успел выдать 4 горчишника. Но олимпиец мог вполне соскочить на ничью, но арбитр остановил игру в самый неподходящий момент, когда гости имели практически 100% момент. Я думаю, что зрителям должна была понравиться игра. Мы старались не отсиживаться в обороне, несмотря на быстрый гол. Взяли игру под контроль, я считаю, и, на мой взгляд, не заслужили поражения и могли увести очки.
Очередные очки олимпиец сможет заработать уже в субботу, 5 августа. В 16 часов на Дзержинском стадионе «Химик» принимаем соседа по турнирной таблице «Ярославский Шинник». Ну и в продолжение темы футбола еще один сюжет о этом виде спорта, только с приставкой «мини». Совсем скоро стартует чемпионат России среди команд высшей лиги. И, наконец-то, на карту профессионального мини-футбола возвращается Нижний Новгород. В новом сезоне наш регион во втором по значимости дивизионе будет представлять команда «Орхим». Тяжело в учении, легко в бою. А точнее, в чемпионате России по мини-футболу среди команд высшей лиги. После нескольких лет забвения наш регион снова появится на карте этого вида спорта. В приближающемся сезоне Нижний Новгород и наша область в первом мини-футбольном дивизионе страны будет представлять МФК «Орхим». И хоть чемпионат еще не стартовал, наша команда уже заслуживает аплодисментов. За то, что даже при финансовой возможности в руководстве клуба отказались от покупки топовых игроков. Здесь делают упор исключительно на местных игроков. Например, весной Нижегородская область принимала финал первенства России среди команд 1999-2000 года рождения. И там «Орхим» остановился всего в шаге от медалей. Тот успех нашей молодежки был бы грех не развить. Так решили в клубе. И, скорее всего, мы станем самой молодой по возрасту командой высшей лиги. Мы имеем программу развития, по которой хотим, как говорится, в течение 3 лет выходить в плей-офф высшей лиги чемпионата России МФР. И для этого, конечно, не надо решать задачу в первый же сезон, а нужно подготовить уверенно своих ребят для того, чтобы трибуны в Фоко-Мещерске были заполнены их родственниками, друзьями, просто болельщиками, поклонниками, которые, в общем, понимали, что здесь играют ребята, нижегородцы, играют за герб Нижегородской области, играют за свой город. И, в принципе, так сказать, это именно то, что и губернатор Валерий Павлович Шанцев говорил всегда, что он хотел бы видеть от спортивных команд, представляющих Нижегородскую область. Это гордость за свою область и, в общем-то, игру за то, что написано у него на майке. Как практика тех лет показывала, что народ и зрители мы собираем только тогда, когда есть за кого переживать, ни покупных игроков, ни приезжих. Да, мы сейчас делаем упор, стараемся на нашу молодежь, на нашу... Да, любим Нижегородское, поддерживаем Нижегородское. Я думаю, у нас все получится, тем более ребята очень молодые. Я думаю, даже уверен, что у нас по заявке будет самая молодая команда, как в чемпионате Нижегородской области, так и в чемпионате высшей лиги России. Сейчас команда закончила вторые предсезонные сборы в Городецком районе. Впереди тренировки в Нижнем Новгороде. Там уже будет основная подготовка к первым стартам. 9-10 сентября в наш регион вернется, если можно так сказать, большой мини-футбол. В городце пройдут матчи первого этапа Кубка России, где «Орхим» попытается пробиться в следующую стадию. Ну а уже 16 сентября стартуем на паркете Фоко-Мещерский в высшей лиге. Принимаем команду из Липецка. Сезон обещает быть интересным. Ну а заполняемость трибун будет гарантирована тем, что за наш клуб будут выступать исключительно нижегородцы. И молодежь за собой должны повести такие опытные игроки, как Станислав Ющенко. Ну, помимо меня есть еще ребята, поигравшие даже в Суперлиге у нас, такие как Саша Телегин. С молодежью, конечно, работать тяжело, первый сезон все-таки. Но я думаю, через годик они будут прибавлять, и глядя на нас, и глядя на соперников высшей лиги. И там уже будет попроще. От сезона я жду, конечно же, хорошего результата. В тренировочном процессе проходит все отлично. Отрабатываем комбинации, новые тактики разрабатывают. Физическая подготовка очень хорошая. Дмитрий Зайцев, как и многие другие молодые игроки «Орхима», одна из главных надежд нижегородского мини-футбола. А вот оправдаются ли эти надежды, покажет сезон, который стартует уже очень скоро. Никто так не нуждается в отдыхе, как тот, кто только что вышел из отпуска. Это был наш первый эфир в новом сезоне, поэтому сегодня ограничимся одним блоком новостей. Но уже в следующий четверг никаких ограничений. Так что прощаюсь с вами ненадолго, всего на 7 дней. Пока-пока и не забывайте дружить со спортом.